Мы тут встретили депутата законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского. Дадите пару комментариев по ситуации вообще. Пожалуйста, только кому я комментарий даю? Можно острый спросить? Угол канал. Острый угол, YouTube канал. Пожалуйста. Что думаете о ситуации, как она будет дальше развиваться? Как развиваться будет дальше, я сказать не могу. Я не пророк. Я вижу, что происходит. Я вижу, что людей нагло обманули. Я вижу, что результаты выборов подделаны. И тому есть огромное количество доказательств. Я вижу, что люди вышли на улицы, чтобы вернуть себе власть и потребовать честного подсчета голосов и честного определения результатов. А их в ответ сбивают дубинками, стреляют резиновыми пулями, травят газом и применяют насилие, невозможное вообще в цивилизованном обществе. И, на мой взгляд, это абсолютно невозможная вещь. На мой взгляд, происходящее сегодня в Минске уже мне напоминает ситуацию, как если бы туда вошла оккупационная армия по степени жестокости обращения силовых структур с гражданами. Я надеюсь, что все-таки гражданам удастся настоять на своем, что насилие это прекратится. Я сегодня подписывал сразу два коллективных обращения. Одно от политиков и правозащитников. Вот с требованием немедленно прекратить насилие. Второе коллективное обращение уже примерно полутора десятков депутатов региональных законодательных собраний из нашего питерского ЗАГСа, Московской городской думы, ЗАГС собрания Республики Карелия, Псковского областного собрания, Астраханской областной думы с требованием, в том числе к российским властям, немедленно принять меры для прекращения насилия в Белоруссии, для прекращения такого обращения силовых структур со своими гражданами и изменения ситуации. Я делаю то, что могу, стараюсь распространять информацию, высказываю свою точку зрения везде, где это возможно. Понятно, что это невозможно на нашем телевидении, поэтому приходится пользоваться иными каналами. Как считаете, получится ли в этот раз у Лукашенко удержать власть? И если получится, что будет со страной? Если получится, ничего хорошего не произойдет. Тогда наступит период самой черной уже реакции. И понятно, что будут сводить счеты со всеми, кто сегодня осмеливался выступить против. Я очень надеюсь, что не получится. Понимаете, любой диктатор всегда считает, что он навсегда, что у него все получится, что ему ничего за это не будет, что верные янычары, опричники и нукеры помогут ему удержать власть. Но многим из них потом приходилось жестоко в этом разочаровываться. Примеры известны. Чаушеску в Румынии, Каддафи в Ливии и некоторые другие. Я совершенно не исключаю, что Лукашенко закончит примерно так же бесславно, как эти люди. А если сравнивать ситуацию в России и в Беларуси, грозит ли нам такой сценарий и есть ли вообще какие-то схожие моменты? Вне всякого сомнения грозит. Очень похоже, Лукашенко и Путин – это такие почти политические близнецы по степени презрения к гражданам, по степени ненависти к демократии и к свободе, по степени опоры на силовые структуры и высшее чиновничество и по абсолютному нежеланию отдавать власть. Это совершенно очевидно для России, так же, как и для Беларуси. Поэтому, когда придет время следующих выборов, я совершенно не исключаю очень похожих событий у нас, поэтому мы сейчас очень внимательно смотрим за происходящим в Беларуси, понимая, что это, возможно, некое предсказание нашего будущего. Надо сделать все, чтобы у нас такого не было.